Нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я хочу разобрать для вас песню группы «Сектор Газа», которая называется «ГАИ». Итак, начну я со вступления, но перед этим хочу сказать, что я пользуюсь струнами. На моей гитаре сейчас стоят струны «Джон Хоп». Это немецкие струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. Вот, звучат они просто идеально. Советую вам попробовать. Итак. Мы начинаем со вступления. Во вступлении зажимаем аккорд АЕМ. Вторая на первом, четвертая с третьим на втором. Вот. Здесь, конечно, нам не нужны все струны, которые мы будем зажимать в аккорде АЕМ. Вот. Ну, просто по привычке, чтобы не путаться, не думать, просто поставить АЕМ. И на нем уже можно сыграть. Пятую с третьей играем одновременно. Потом еще нам нужно по третьей струне сыграть раз, два, раз. И еще четыре раза, по-моему, сыграем. Ну, в общей сложности раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кстати, здесь вы можете играть не только пятую с третью, можете задевать еще и четвертую струну. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. И дальше мы переносим третий палец с четвертой струны на пятую, на третий лад. И здесь можно сыграть пятую, третью, вторую одновременно. Получается аккорд С, до мажор. Играем пятую, третью, вторую одновременно. И потом вторую нужно будет еще сыграть. Раз, два, три. Три раза. Идем дальше. Дальше у нас идет аккорд G, шестая на третьем. Остальные струны будут открытые. Вот на аккорде G мы играем шестую на третьем и третью со второй открытой одновременно. Потом еще раз открытую, вторую. Можете сыграть вместе с третьей открытой. Далее не убираем ничего. Зажимаем указательным пальцем первую на вторую, вторую на первую. Играем ее. Потом отсыпаем и играем вторую открытую. Вот что у нас получается. И последняя фраза. Мы зажимаем третью струну на втором ладу. Играем ее вместе с четвертой открытой. И еще раз третью на втором. Это первая половина вступления. Далее у нас начинается вторая. Точно так же мы ставим аккорд АЕМ. Либо просто зажимаем третью на втором. Ну, желательно четвертую на втором тоже зажать. И сыграть в правой руке четвертую, третью, пятую. И после этого раз, два, три, четыре, пять. Пять раз еще сыграть третью. Вот такая фраза у нас опять начинается, как в начале. Далее опять аккорд С. Здесь мы играем опять пятую, третью, вторую. Потом вторая. Раз, два, три. Далее шестая на третьем, G аккорд. И здесь
вот на этом аккорде нам нужно будет сыграть шестую на третьем, третью, вторую одновременно, потом вторая открытая, потом вторая на первом и вторая на третьем. Видите, я стараюсь не убирать третий палец шестой струны для того, чтобы она звучала, и у нас был такой басовый фон. Вот, чтобы на этом басовом фоне у нас прозвучала мелодия. Это очень, нам это очень нужно, чтобы была полнота звучания. Всегда старайтесь, когда играете мелодию, всегда старайтесь оставлять звучащим бас, потому что нам не нужно убирать, нам для этого достаточно вот, вот этих пальцев, указательный мизинец, для того, чтобы внизу играть мелодию. А вот, вот эти пальцы, обычно третий, там вот второй, они у нас служат для того, чтобы бас держать, если это не открытая струна. И вот у нас мизинец остается на второй струне, и мы играем его одновременно вместе с четвертой открытой. На второй струне, на третьем ладу, я имею в виду. И потом просто второй на третьем. Ну, почти одинаковые две половинки. Единственная вторая половинка, она заканчивается немножечко по-другому. Еще разок сыграю вам все медленно, это будет вступление. Четвертую, третью, вторую на третьем. Ну, то есть это аккорд ДМ. Третья на втором, здесь будет вторая на третьем. А четвертая открытая. Можно вот эти три струны, четвертую, третью, вторую, сыграть два раза подряд одновременно. Можно вот этот в конце сыграть. То есть там идет вот такая мелодия. Вот. Поставить аккорд АМ. И здесь сыграем пятую с третьей. Потом пятую со второй. Потом открываем открытую, она у нас будет, отсыпаем ее, пятую со второй открытой играем. И опять пятую с третьим, с третьей, которая у нас зажата в аккорде АМ на втором ладу. Ну и дальше у нас начинается сама песня. Значит, в правой руке я советую вам сыграть вот такой вот ритм. Раньше было такое понятие, как брас, то есть рука как бы делала бросок на струны. Ну, можно, конечно, даже щипком отыграть. Брас – это когда мы вот указательным пальцем вот так ударяем по нижним струнам. Можно назвать это боем, ритмом, как угодно. Получается, вот мы зажимаем аккорд АМ, и на нем начинаем петь. Пятая струна и указательный по нижним струнам. И вот так у нас идет. Сыграть большим пальцем, а остальные нижние струны ударять указательным. Вот и все. А можно вот так. Вот можно бас щипом. Даже бас можно чередовать, например, пятая, третья со второй, вторая, первая одновременно, потом четвертая, третья, вторая, первая одновременно. Запоминать, то есть не считать сколько раз. Кто вжал? Здесь можно чередовать. Пятая, удар, четвертый удар. Свой не покидай, просто это смело. Кусов Е, спектр, Д, С. Ну и можно сказать, что дальше у нас начинается припев. Так, припев у нас поется... На ДЕМе мы уже начинаем припев. Соблюдит. Здесь давай лучше четвертую с пятой. Соблюдит закон чести. Дальше АЭМ, наш спектр. Дальше. Вот здесь такое место. ДПС. Все это можно.
можно сыграть на одном аккорде АМ. Вот. Ну, кому хочется посидеть немножечко, позаниматься, потренироваться, ну, то есть хочется, есть возможность потратить время и желание, вы можете здесь сыграть вот таким вот образом. Это будет аккорд ми бемоль мажор. Это аккорд четвертый на первом, третья с первой на третьем и вторая на четвертом. То есть как будто бы вот этот аккорд Д мы просто передвинули вправо. И здесь четвертую еще поджали на первом ладу. Этот аккорд имеет два названия. Значит, это ре диез мажор, либо это ми бемоль мажор, как угодно можете его назвать. И играем мы здесь только вниз по одному разу. Потом сдвигаем, убираем указательный. И вот этими пальцами мы приходим на аккорд Д. Вот. Потом С. И АЕ. Получается вот что. Соблюдит закон чести. Хотя нет, это еще не припев, это я немножко ошибся. То есть здесь мы, у нас все идет куплет. Итак, мы остановились на аккорде АМ, и у нас соблюдит закон чести. Советую выбрать вот этот вот вариант брасовый, когда мы играем бас и одним указательным либо сразу тремя пальцами по нижним струнам просто ударяем вниз и все. Потом другой бас. Вы можете потренировать это в правой руке.